бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин все-таки сбрил усы, выполнив условия пари с Юрием Дудем. Видео бреющегося Грудинина опубликовал Максим Шевченко, его доверенное лицо на выборах. Фотография с Грудининым без усов появилась в нескольких инстаграм-аккаунтах утром 24 марта, но затем была удалена. В КПРФ заявили, что Грудинин пока усов не сбривал. Сразу после выборов Грудинин отказался сбривать усы и поставил дополнительные условия. Он изменит образ только если Юрий Дудь признает, что выборы были честными. Первоначальный спор был такой: если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы, если больше, Дудь бреется под ноль. По данным ЦИК, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил на выборах 11,77% голосов. Это второй результат после Путина. В начале избирательной кампании я поспорил с одним блогером, Юрием Дудь, о том, что если я со своей командой наберу меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы. Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса, и Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Я в это не верю. Абсолютно убежден в том, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не держали слово. Поэтому я, в общем, формально проиграл это пари. Сказал Павел Грудинин. Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше. Посерьезней-то, без усов сижу. Какой тут посерьезней. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.